Здравствуй, дорогой зритель, любитель сербской провинции. К некоторым явлениям в Сербии я настолько привык, что даже не приходит в голову о них рассказать, а ведь они заслуживают внимания. Например, объявление о смерти или поминках. В России я такого не встречал, а вот здесь столбы, деревья, стены домов часто обклеены этими объявлениями. Клеются друг на друга, старые ветшают, и все это иногда превращается в махровое полотенце из старых лоскутов бумаги. Из этих объявлений можно узнать имя человека, год рождения, дату смерти, имена ближайших родственников, время похорон или поминок и, конечно, фотографии усопшего. В наш век информационных потоков такая традиция кажется атавизмом, но она продолжает жить.